Крым де-факто признан российским. Об этом все чаще говорят политологи. И на Западе, и в самой Украине уже не спешат возвращать полуостров. А все больше говорят о компенсации, которую Россия якобы должна выплатить за Крым. Почему европейская пресса отвлеклась на проблемы с самой Европой? Пойдет ли Техас по крымскому сценарию? И кто стоит за электромайданом в Армении? На эти вопросы даст ответ народный вердикт в следующую пятницу, 24 июля, в прямом эфире нашей программы. Самые актуальные темы и самые интересные гости вы можете напрямую задать вопрос в нашей студии политикам и бизнесменам, чиновникам и ученым, деятелям искусства и культуры и вынести свой народный вердикт. Будьте с нами 24 июля в 20:00 на телеканале ИТВ.